животные, слоны и медведи. Все, кто не могли. Зоопарк – это там, где много зверей, на них приходят любоваться, смотреть. Иногда их можно покормить. Чтобы люди увидели, какие животные там. Из Африки, из севера, из юга. Там даже пингвины есть. Вот наш круг, мы живем вот здесь. Могут даже с другого края привезти пингвинов. В Москве я там был, я там видел жирафов, медведей, слонов. Нет, я никогда не видела слона, только в мультиках. Они очень опасные, слоны. Я видела там какую-то овечку смешную, очень, даже похожую на овина. Козочек, лис. Волков. Я там видела обезьянов, жирафов, тигра, зайца, павлина. Мне нравится. Мне киса. Киса? Я везде киса, у меня дома все закисло. А мне? Я тоже была в зоопарке, но это называется зоостудия, а не зоопарк. Ты платишь денежки, приходишь туда и смотришь на животных. Я даже жирафа видела, у него синий язык. Я был там, короче, и там я видел голубя красивого. Такая птица, которая разговаривает, а потом у кого-то что-то забирает себе в клетку. Да я видела даже олененка, он в клетке сидел, я его кормила морковкой. Ты их можешь зайти погладить, покормить. Но в зоостудии тоже можно было трогать и даже фотографироваться. Просто ты их взял ручки, еле прижимаешь их и вот так гладишь. И там у меня был стаканчик специальный. И они прям вот сюда ко мне напрыгивали, и я им давала. Я им гусям и уткам подставляла палец в специальных перчатках. Они мне хватит, клёбово, хватит. И ущипнули. А я еще видел в зоопарке дикую свинью. Я когда-то общалась со свиньями живыми. С большой свиньей. Я хрюкала, она подумала, что такая глупая. Она подумала, что я тоже свинья. Вот так. Я смотрю мультики, а там везде дикие животные. Я хочу крокодила, медведя, хоть кого-нибудь, но мама не разрешает. Зоопарк сделан, чтобы люди приходили и смотрели. Чтобы их смотрели. А животным там плохо. Они в клетке сидят.